Попыткой государственного переворота назвал президент Македонии Георгий Иванов захват здания парламента. Глава государства призвал лидеров партии начать переговоры, чтобы вывести страну из политического кризиса. По последним данным, 9 человек серьезно ранены в результате захвата здания законодательного собрания страны. Около 200 активистов радикального движения «За единую Македонию» ворвались в здание парламента и захватили зал заседаний. По информации агентства Рейтер, беспорядки начались после того, как спикером законодательного собрания был избран лидер партии «Демократический союз за интеграцию». Спецназу полиции пришлось штурмовать здание парламента, чтобы освободить депутатов. Политический кризис в Македонии продолжается около полутора лет. В 2016 году глава правительства Никола Грушевский ушел в отставку после обвинений в причастности к прослушиванию телефонов жителей Македонии, в том числе оппозиционных политиков и журналистов. В Македонии до сих пор не сформировано правительство, так как после последних парламентских выборов партия президента не смогла собрать коалицию.